Канал «Лето на даче», 26 августа. Приветствую всех, мои дачные друзья. Сегодня давайте поговорим про петунии с геном мужской стерильности. Напомню, ген мужской стерильности не дает образовываться пыльце и завязывать семена, что обеспечивает продолжительное цветение, цветок не тратит силы на вызревание семян, и вся энергия идет на цветение. У меня два сорта такой петунии, это пиндалина и амора мио. Когда я выставила видео про пиндалину, мне многие написали в комментариях, что все-таки эта петуния завязывает семена и приходится удалять семенные коробочки. Вот я специально подошла к своей петунии пиндалина, что к лососевой, что к синей. Осмотрела ее всю, цветки я не удаляла. Я не нашла ни одной коробочки. Они все стоят пустые. А подошла к петунии Амора Мио, которая тоже от Фарао. И вот на ней как раз семенные коробочки висят. И даже уже созрели семена. И вот теперь напрашивается вопрос, что же это? Почему, если производитель обещает, что не будут завязывать семена, почему они завязываются, еще и так много? Ладно бы одиночный случай, но вот на Амора Мио их действительно много. И второй вопрос, почему, если на пиндалина не завязывается, то у некоторых завязывается, у некоторых нет. Пишите свои комментарии на эту тему и давайте разбираться вместе.